Мы на месте. Приветствуем Надежду, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она готова доверить. Хорошо, даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Надежды, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все семь тонких тел Надежды, находит все. Она здесь у нее, во-первых, она как в футляре, она этот футляр вытащила с биоробота, такая как коробка. Что еще? Во-вторых, она вся в энергиях, ее прям рвет. Она вот стоит с ней, все свисает эти энергии. Понятно. Этот футляр, сканер, отключая, выводи его полностью из биополя Надежды, включая внутренний белый свет Надежды, и она выдавливает из себя, собирает вокруг себя все эти чужеродные энергии, они формируются в отдельный шар. Она ими отравлена. Они выходят с ней, она как ртутные какие-то. Все выдавливаем, все до 100% все выходит. Готово. Отправляю шар и этот футляр в клетку-тюрьму. Хорошо. Выстраиваются этого шара и футляра команды и каналы к ответственным. 1, 2, 3. И сила моего намерения притягивает в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ящеры. Он очень трудно притягивается. Он его как назад несет. Сила моего намерения притягиваю в клетку-тюрьму. Не может сопротивляться. Стоит в клетке-тюрьме. Он связан этими энергиями. Все, он установился. Посмотри этого паразита, цифры над головой. Он рычит, и у него пальцы как сосиски, он на нее показывает, толстые такие. Сейчас, 646. Влад, дай ему удар 250 тысяч герц. Удар, сделай в нем дырку. Он защищается, у него такая же защита из этих энергий появляется. Открывая поток любви абсолюта над его клеткой, сжигая его защиту. Он говорит, что у него свой абсолют, и вот это его энергия. Достаю энергию живой плазмы. 1, 2, 3. А как ты на это скажешь, паразит? Рычит. Это ему не нравится. Достаю печать семи архангелов, и он получает мощнейший удар, пока он не ляжет на пол. Удар. Сжигаются все его защиты. Но от печати они прожигаются, да. Все полностью. Пусть сожгет. Прожгла защита, и он начинает визжать. Удар 250 тысяч герц. Собирая печать. Не нравится ему. Он поражен. Хорошо, ящер. Сегодня ты будешь уничтожен. Ты совершил нападение, несанкционированное нападение. Сканер просканирует полноту души. Надежды на настоящий момент. Но у нее 98.9 идет такой. Выстраивает от Надежды прямой канал к частичкам души Надежды, силой намерения Надежды, и мы силой моего намерения притягиваем все частички души, частички ДНК, весь биоматериал, все, что ящер украл, мощным потоком пошло назад. Да будет так, а так и есть. Она, смотри, эти частички, они как в колбе, и вокруг них такая же защита стоит. Хорошо. Открываю над его колбой поток любви абсолюта, сжигаю эту защиту. Надежда реверсом забирает все свои энергии. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Спустилась печать архангелов на эту колбу. Прямо через нее прошла. И сожгла эту защиту. Вот только тогда душа освободилась и потекла к ней. Отлично. Готово. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент Надежды. 100. Хорошо. Так, у меня огромное желание сегодня вызвать офицера культа. Офицер культ, прошу тебя выйти со мной на связь. Культ на связи. Приветствую тебя, офицер Кольт. У меня здесь случай, тяжелый случай. Вчера мы чистили человека, забрали гуманоида. Сегодня ящер совершил на нее нападение, забрал 1,1% души, разбомбил защиту в доме. Мы ее сегодня по-новому будем устанавливать. То есть полнейший беспредел. Он стоит в клетке, он ее облил какой-то своей жидкостью, отравил ее. 646. Он обещал. Гуманоид обещал ему. Она должна ему часть души. Она это он и вырвал. Это 5 утра. Кто это говорит? Ящер. Ящер говорит, хорошо. Она тебе ничего не должна. Она с тобой контракт не заключала, ящер. Все претензии гуманоиду, а гуманоид сидит в тюрьме. Ты совершил нападение по своему собственному злому умыслу. За это ты будешь наказан. А забираю его. Благодарю тебя. Ящер такого. Во-первых, он не ожидал энергии. Живой плазмы. Да, а во-вторых, полицейских. Не полицейских, а военных. Военные тебе будут лучше, чем живая плазма. Но, во всяком случае, ты запомнишь это надолго.
паразит. Его забрали. Все, что у нас внутри находится в клетке. Шар с этими энергиями, футляр, открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Так, давай, включаю внутренний белый свет надежды. Она выдавливает из себя все остатки, все, что могло еще остаться чужеродное в ее биополе, все ее переживания, все боли. Все выходит со всех тонких семи тел, формируется перед ней в шар. Готов шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Посмотри, сколько энергии нужно Надежде и какая частота вибрации. 380 и 25. На счет 3 макушку головы Надежды начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. И у нас ее куратор в комнате. Это женщина. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Надежды. Представьтесь, пожалуйста. Благодарю, что озвучили меня. Зовите меня Марта. Приветствуем вас, Марта. Это просто и ясно. Да. Я благодарю вас за эту чистку. И я хочу сказать, что моя подопечная, так же, как и я, солнечная душа и энергии солнца внутри тебя, они помогут тебе защититься и сжечь все твои болезни и боли. Не забывай об этом. Энергии солнца должны быть правильно сгармонизированы, иначе они приносят дисбаланс и неправильный перевес в теле. Поэтому не забывай обязательно гармонизировать свой стержень внутри тебя и правильно распределять солнечные лучи энергии твоей души. Именно это я хотела сказать. Это поможет этой душе. Благодарим вас, Марта. Мы передали ей техники, как заправляться энергиями, как синхронизировать, гармонизировать, как сбрасывать негатив. Сейчас вы добавили еще, что она может, должна своими энергиями направлять эти энергии, работать с ними, направлять их в больные места и сжигать все изнутри. Я правильно понял? Да, здесь правильно. Если есть боли или дискомфорт, направляй энергии солнца, пользуй своей родной энергией. Я специально сказал изнутри, потому что существует распространенная ошибка, что все ждут какого-то воздействия извне. На самом деле изнутри эти энергии расширяются и направляются в эти места визуализации своей. Обязательно сопровождать этот процесс. Я специально в деталях рассказал, для того, чтобы Надежда правильно поняла. О да, вся сила внутри, внутри нас, внутри души. Так и есть. Сделайте сильным тело, помогая своей родной энергии. Отлично. Уважаемая Марта, поскольку вы уже здесь, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение куратора Марты, будет ли она так любезно принять этот подарок в знак благодарности за ее визит и помощь своей подопечной. О, я немного удивлена. Я не рассчитывала на такой прием. Мне очень приятно. Благодарим вас. И я рада находиться здесь. И я рада передать эту информацию, чтобы душа не мучилась, а смогла работать. Конечно. И расти. Благодарю вас. Благодарим за эту возможность. Благодарим. Я говорю, до скорых встреч, уважаемая Марта. Возможно, еще увидимся. До скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Надежда. На вас было совершено нападение этого ящера, который заключил контракт с гуманоидом, которого мы вчера сдали, межгалактическую полицию. Он напал на вас ночью и совершил кражу 1,2% вашей души, которую мы вернули. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Отлично. Сейчас вы опять защищены. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. Ящер арестован военными. Он уже оттуда не выйдет в ближайшие несколько, я не знаю, сколько лет. И сразу поставим вам новую защиту в квартире, которую он пробил своим оружием. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Надежды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Активируй Меркабу еще раз.
Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Надежды активирую ее в ее биополе Меркабу. Меркаба активирована. Готово. Хорошо. Отключаясь от Надежды,